Мы пишем? Мы точно пишем? Hi guys! This video is going to be in Russian language, but you can turn on the subtitles if you want some. And this is the review on... О боже, он или не он? После... Не будем говорить фразы с изречением! Это будет ревью на планшет. Это планшет, вы еще об этом не знаете. Однако, это как называется анбоксинг. Я выучила много новых английских слов. Так. Так, это планшет фирмы Parblo. Я никогда раньше еще не пользовалась этой фирмой. Все бывает первый раз. Проверим вместе. Мне приложили немножко стикеров. Видимо, они знали, что я люблю наклеивать их на все, что можно. И нельзя. Так, да, ну, располагается. Брошюра по остальным планшетам. Как мы видим, здесь есть и экранники. У нас модель H640. О! С приятной знака. Итак, сейчас мы будем вскрывать этого малыша. Я без руки. Мне нужны ножницы. Итак. Фанфары. Небольшой паспорт на данный продукт. Фирменная этикеточка. Также прилагаются колечко и набор запасных перьев. Вот такой у нас стилус. Очень компактный. В руке держится удобно и уверенно. Соответственно, две клавиши. USB-провод. И инструкция по установке. Ура! Есть русский язык. Диск с драйверами не прилагается, так что у нас не будет прекрасного кадра про отсутствие дисковода в нашем компьютере. Все драйвера скачиваются на сайте Parblo. Итак, вот такая небольшая комплектация. Все, что нужно, все присутствует. Этот мальчик, он Валду удал. Ему не нужны драйвера, походу. Потому что прямо сейчас инструкции. Да, если вдруг вы не найдете верного способа, как его включить, инструкция поможет вам. Она гласит: подсоедините кабель нашему мальчику к планшету, а потом подсоедините кабель к компьютеру. Здесь нет третьего пункта. Он начал работать сразу же. Интересно, кистью его сразу же работать, с нажимом и... Сейчас
он сразу же работает с нажатием. Учись, Ваком. В целом установка драйверов мне понадобилась исключительно для того, чтобы настроить окей. То есть до этого планшет уже работал, и уже можно было начинать работу. То есть работало нажим, работало нажатие, все одно и то же. Все работало, и необходимо было только настроить лишь горячие клавиши. В остальном, вот и все. Берете его с собой в поездку. Опять же, мне кажется, что он отлично подойдет для ноутбуков, так как он маленький, очень компактный, его можно взять с собой куда-нибудь в поездку, да хоть на прогулку вместе с ноутбуком, и сидеть творить в любом месте, каком вы пожелаете. Этот мини-планшет очень привлекает как своей простотой в использовании, так и доступной ценой. Идеальное сочетание для тех, кто хочет начать заниматься диджитал-рисованием и нуждается в самом первом графическом помощнике. К слову, обязательно загляните в описание, там вы найдете все необходимые ссылки, а также специальный промокод на скидку при покупке данного планшета. Я подумала, что для этого ролика будет логично и интересно перерисовать какой-нибудь свой старый рисунок, так сказать, посмотреть на какой-никакой прогресс. Выбрала вот этот, сделанный в 2010 году, кажется, на обложке тетради. Тогда я еще рисовала буквально на чем угодно, в том числе на обоях, видимо, в детстве не давали. Параллельно немного расскажу про свой творческий путь и покажу свои рисунки многолетней давности. Какое-то время назад я практически снесла все свое старье с DeviantArt, за что меня поругали подруги, и теперь я действительно жалею об этом. Не стоит относиться к вашим старым рисункам как к позорищу, которое нужно обязательно смыть в унитаз или сжечь. Они никак не умаляют ваших нынешних навыков. Это ваш личный творческий путь сквозь года, в который было вложено много усилий, и лично мне теперь бывает очень любопытно просматривать старые работы любимых художников и видеть, как сильно они выросли. Это роднит зрителя с автором, вдохновляет и учит ценить тот труд, который художник вложил в свое творчество. К счастью, у меня был не один источник, куда я заливала свои рисунки, так что я все еще могу показать их вам, разве что в отрыве от каких-либо точных дат. Я рисую, сколько себя помню. Это правда, так как мои первые осознанные воспоминания уже и так или иначе включали в себя какие-то изо-классы и первую художественную школу. Мама очень рано заметила мою любовь к рисованию, сперва она отдала меня на балет, но я часто перебегала из балетного класса к двери изо студии понаблюдать за работой рисующих, и мама смекнула, что чуток ошиблась аудиторией. В общем, она поступила как супер внимательный любящий родитель, и уже в 6 лет я что-то рисовала, сидя за мольбертом. Разумеется, то были не вазочки, крыночки, не постановки, не гипсовые головы. И, по-моему, их не было в моем обучении, во всяком случае, на постоянной основе, вплоть до 13 или 14 лет. Моя чудесная преподавательница в художественной школе частенько давала нам всякие творческие конкурсы, в которых мы с радостью участвовали. Так что это был период, когда я развивала больше свою фантазию, чем навык рисования. Хотя и это тоже было в какой-то степени. Помню, во время этих занятий мы с Таней и Ариной постоянно обменивали своими альбомами и смотрели, кто что нарисовал дома. Это были фанарты, какие-то собственные персонажи по выдуманным вселенным. Это очень сблизило нас, а еще регулярно подстегивало меня рисовать больше и лучше, так как мне очень хотелось быть с ними на одном уровне. Вроде как в возрасте 14 лет я уже захотела поступить во ВГИК на анимацию, а значит на горизонте замаячил в переезд в Москву, и к этому нужно было подготовиться. Мне было трудно взяться за академическое рисование, серьезно. Мой характер на тот момент был довольно буйным, и я часто тратила нужные часы на рисование своих картинок в альбом. Преподавательница тогда предоставила мне выбор. Либо я сейчас занимаюсь необходимым для поступления академизмом, и потом всю жизнь рисую то, что мне нравится. Либо сейчас я не напрягаюсь, а дальше учусь на нелюбимой специальности и работаю над скучной бурдой. В общем-то, это меня немного отрезвило, и я взялась за ум, насколько хватало усидчивости. Потом, в 2012 году, я наконец переехала в Москву, поступила в общеобразовательную школу с художественным уклоном, и тут-то меня встретили одноклассники, которые были на голову выше меня, а то и больше, и моя творческая уверенность дала сбой. Нужно было трудиться в два раза усерднее, чтобы догнать ребят, научиться самоорганизации и достигнуть хороших результатов. В этот период я больше всего начала задумываться не над тем, что я рисую, а над тем, как я рисую. Было необходимо качать скилл в анатомии, композиции, графике, цвете, в общем, во всем и сразу. Это было тяжело, что-то до сих пор дается мне с трудом, но это были определенно очень полезные два года. В 2014 году я поступила во ВГИК на режиссера анимации, и вот только недавно успешно выпустилась из него.
На моем факультете отсутствовали какие-либо рисовальные классы, что снова подкосило мои навыки в области академизма. Теперь нужно снова нагонять. Но в то же время я прокачала дизайн персонажей, анимацию, быструю раскадровку и режиссуру, так что все было не зря. Мне пришлось немного помучиться с этим редравом, я выбрала непривычный и довольно неудобный для себя ракурс, в особенности положение головы. К тому же, хотелось поработать с окружением, что я также делаю нечасто в последнее время. Думаю, даже несмотря на то, что вам пришлось наблюдать мои многочисленные неловкие правки, выход из зоны комфорта – это важная часть прогресса, и я рада, что я сделала такой выбор для этого видео. К тому же, как вы видели, я собрала для себя множество референсов, работа с которыми важна для любого художника. Отдельных страданий не стоила борьба с фотошопом, который по какой-то причине страшно глючил именно на этой работе. Несколько раз терялся тот или иной прогресс, но я таки довела дело до финиша! Уху! К слову, отмечу, что маленький размер планшета никак не мешал мне, я попросту не ощущала особой разницы и рисовала вообще без неудобств. На этом все. Любите свое творчество и не забывайте оглядываться назад, чтобы отмечать, какой путь вы уже прошли. Хвалите себя за это и стремитесь вперед. Учитесь у других художников, анализируйте свои плюсы и минусы. И не забывайте оставлять себе время на отдых и новую порцию вдохновения. Переходите по ссылкам в описании, при желании поддерживайте мое творчество на Patreon и в других социальных сетях. Спасибо всем, кто уже поддерживает меня донатом, и огромное спасибо представителям Parblo за возможность порисовать на их продукции и порекомендовать ее своим подписчикам. Напоминаю про промокод в описании к видео. Всем пока!